Продолжаются работы по изготовлению и монтажу ферм путевой структуры километрового участка городской пассажирской транспортной системы, прогресс в которых вы можете оценить сами по этим кадрам. Разумеется, что процесс производства осуществляется в цехах предприятий-подрядчиков закрытого акционерного общества «Струнные технологии». О начале строительства разворотного кольца легкой путевой структуры, который соединит уже готовый полужесткий участок с будущим высоким или провисающим. Эти работы также не останавливаются. На поворотном кольце возле первой анкерной завершена установка опор и проводится подготовка к монтажу ригелей, а также ферм путевой структуры. Возле второй анкерной завершен первый этап установки опор еще одного разворотного кольца легкой путевой структуры. We'll be right back.